КНДР показала уничтожение авианосца США. На видео ракеты Пукгоксан-2 сбивают американские Би-1 и F-35, после чего подводная лодка КНДР наносит удар по авианосцу. Северная Корея показала, как уничтожат корабли и самолеты США. Пропагандистский ролик был опубликован вскоре после пролета американского бомбардировщика Би-1Би вдоль границы КНДР, передает Янхэп. На видео ракеты Пукгоксан-2 сбивают американские Би-1Би и F-35, после чего подводная лодка КНДР наносит удар по авианосцу «Оскарл Винсен» ядерной ракетой. В видео, кроме всего прочего, использованы кадры выступления президента США Дональда Трампа в ООН. Трамп называется в видео сумасшедшим. Ранее в сети появился пропагандистский видеоролик Северной Кореи, который демонстрирует способность Пхеньяна уничтожить авианосец «Карл Винсен» из здания Конгресса США в Вашингтоне. По материалам сайта news.com.